святая обязанность охранять ворота в другой мир, а ты меня просишь пропустить тебя туда? Да, потому что если посмотреть за стеной поля, скажите, вы видите там другой мир? Нет, вы видите поле, а хоть что-нибудь не созданное руками человека? Нет, знаете почему? Это обычное поле! Уже многие сотни лет здесь стоит эта стена. Сотни лет этот проем в ней находится под круглосуточной охраной. Но... Еще хоть одно слово, и ты будешь держать ответ перед советом старейшин. Ну что ж, решение окончательное? Да. Тогда мне лучше идти домой. Правильно. Спокойной ночи. Передавай привет своему отцу. Стой! Стой! У меня нет на тебя времени. Давай, вставай к прилавку. Пойду схожу в прирезанного принца. Что-то приглянулось? Несомненно. Даже очень. То есть, в том смысле, я имел в виду, что вот эти понравились, голубые. Сколько они стоят? Они могут менять цвет в тон твоих волос. А могут быть единственным воспоминанием за 3 года. Надо проверить, что умеют эти. Но не советую покупать колокольчики. Купи лучше вот этот цветок. Подснежник. Он принесет удачу.